Всем привет! Сегодня поговорим о советском автомобиле ГАЗ-21 «Волга». Автомобиль производился на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. «Волга» имела интересный дизайн. Лев Еремеев, художник-конструктор, занимался разработкой дизайна автомобиля. Отталкиваясь от модных тенденций автомобилей того времени, он создал роскошный, современный и в то же время элегантный образ автомобиля. Огромное влияние сказал американский стайлинг. На тот момент в моде были авиационные и отчасти ракетно-космические мотивы, что послужило неплохой базой внешнего вида «Волги». В начале 50-х годов автомобиль затмил большую часть иностранных машин своим внешним видом, но уже к началу производства в 1956 году дизайн «Волги» немного устарел и особо не выделялся на фоне других иностранных автомобилей. ГАЗ-21 имел успех в экспорте. Экспортируемые автомобили имели лучшее оформление и характеристики в целом. Так автомобиль мог похвастаться усиленным двигателем мощностью 85 лошадиных сил. За все время выпуска «Волги» было выпущено более 600 тысяч автомобилей всех модификаций. А как вам дизайн этого автомобиля? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!